Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы чествуем жен мироносец. Христос воскресе! Этот день в храмах читается Евангелие от Марка с 15 главы 43 стих по 16 главу 8 стих. Но мы сегодня рассмотрим текст, который непосредственно относится к женам мироносицам. 16 глава с 1 стиха и ниже. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба». Как мы помним, братья и сестры, когда Христос в пятницу умирает на кресте, то его погребение совершается с поспешностью, потому что еврейская суббота наступает именно в пятницу вечером с заходом солнца. И тело Христа положили, не обмыв его, и Туринская плащаница со всей очевидностью как раз свидетельствует об этом обстоятельстве. Но как только оканчивается суббота, жены мироносицы при первой возможности в ночи, чтобы не обращать на себя внимания, они двинулись к гробу, купив ароматы, чтобы идти помазать его. И здесь очень такая символическая фраза: «приходят к гробу при восходе солнца». Когда Христос воскрес, то свет воскресшего Христа был как свет солнца. И от величия этого света воины побросали свое оружие и разбежались. Христос и есть солнце нашего спасения. Христос есть солнце правды. И то, что они приходят к гробу при восходе солнца, они ищут в смерти того, который уже воскрес. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба, то есть подходя к этому месту. Надо сказать, что во всех отношениях поведение жен мироносец представляется с точки зрения рациональной рассудочности чем-то беспечным. Они идут к гробу. Но весь Иерусалим знает, что камень привален ко входу в гроб, поставлена печать, там караулят воины, и они не могут отвалить такой огромный камень. Как бы с точки зрения рассудка все свидетельствует против этого их решения. Но женские сердца – это не мужские сердца. У них есть горение любви ко Христу. Они именно хотят выполнить то, что не успели выполнить в Страстную пятницу. Женщина всегда действует более сердцем, чем нежели рассудком. И женщине, особенно любящей женщине, присуще проявлять такое мужество, например, мать, защищающая своего ребенка, что мужчины могут содрогнуться перед величием такого мужества. Мужчины более рассудочные, в это время они страх ради иудейского заперлись в Сионской горнице. А жены мироносицы, преодолевая все сомнения, рассудочные предубеждения, они идут к гробу при восходе солнца исподобляются стать свидетелями чуда Христова воскресения, ранее самих апостолов. И когда они приходят на гроб, мы читаем, и, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Вот это уточнение, а он был весьма велик, имеется в виду, что велик для них, то есть жены мироносицы не смогли бы своими силами отодвинуть этот камень. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Этот юноша – это Божий ангел, по-еврейски ангел – это крув. Слово «крув» созвучно с арамейским «круфья», то есть «как дети», как дети. И ангелы в христианской традиции изображаются и воспринимаются именно как дети, как юноши. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись, потому что стало очевидно, что гроб пуст, и они не понимают, что происходит. Он же говорит им: не ужасайтесь, Иисуса ищете, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Ангел благовествует женам-мироносицам воскресение Христова. И теперь сами жены-мироносицы будут проповедниками воскресения Христова, свидетелями чуда Его воскресения. «Его нет здесь», – говорит ангел, то есть не ищите Его в гробах, не ищите Его среди мертвых, Он воскрес. И действительно мы знаем, где находится в Лондоне, например, могила Карла Маркса. Мы знаем, где в Медине находится могила основателя ислама Мухаммада. Мы знаем, где похоронен Ульянов Ленин и многие-многие другие известные люди. Но есть один гроб, это гроб Господень в Иерусалиме, который пуст. Потому что Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал. И нет смысла искать живого среди мертвых. И жены-мироносицы воспринимают эту весть. Вот место, говорит ангел, где он был положен, но теперь это место пустое. И далее ангел говорит: но идите, скажите ученикам его и Петру, что он, то есть Христос, предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. Реакция жен-мироносец: и выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Имеется в виду, что по дороге они никому ничего не сказали. Далее, за пределами сегодняшнего евангельского чтения о женах мироносице, это уже 9 стих, сказано: «Воскреснув рано, первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, то есть апостолам, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Есть древнее предание о том, что когда сначала Мария Магдалина, жены мироносицы, уже группы, приходят к апостолам и восклицают: «Христос воскресе!», в ответ тишина и молчание. Поэтому не только апостолу Фоме было трудно поверить в воскресение Христова, здесь мы видим, что и другие апостолы не смогли поверить в это невероятное чудо. Но именно женские сердца, которые пламенеют любовью перед Богом, где любовь преобладает над рассудочным мужским суждением и человеческим скепсисом, они смогли первыми принять весть о воскресении Христовом. И в этот день мы вспоминаем наших сестер по вере, наших подруг, наших матерей, наших бабушек, прабабушек. Вспоминаем их твердость сердечной веры, открытой любви. Один исследователь религиозной жизни в советской России, он написал в своей книге: именно белые платочки отстояли храмы от сталинских штыков. Действительно, когда была политика госатеизма, мужчины боялись защищать храмы, но бесстрашные женщины, как жены мироносицы, без рассуждения бросались на защиту святынь. Господь еще в раю сказал, что плохо быть человеку одному, и сотворил для него помощницу, соответственную ему. И есть обязанности мужей по отношению к своим женам. Прежде всего, любить их. Сказано, Послание к Ефесянам, 5 глава, 28 включительно 33 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела». Ниже. «А любящий свою жену любит самого себя. Таким образом, каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя». И в послании к Колоссянам 3:19 мы находим такие слова: «Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы». Также мужчины обязаны оказывать своим женам честь, как сонаследницам. И мы об этом читаем. 1 Петра 3:7. «Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни». Здесь говорится, что к женам надо относиться как к сонаследницам благодатной жизни и как к немощнейшим сосудам. В оригинале здесь стоит слово сочетание «к сосудам из тонкого стекла». В античные времена само стекло являлось драгоценным веществом. И чем тоньше были стенки сосуда стеклянного, тем более дорогой считалась такая скляница. Мужчины должны быть и верными по отношению к своим женам. Об этом мы читаем в книге «Притч», 5 глава, 19-21 стих. «А любовью жены услаждайся постоянно, и для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею? Ибо пред очами Господа пути человека». То есть Господь видит, как мы обращаемся с нашими сестрами по вере, и человек, который вступил в счастливый брачный союз с женщиной, он должен сохранять верность ей. Также у пророка Малахии 2:15 сказано: «Берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей». Действительно, вероломно поступают те, которые предают чувство первой любви, первой влюбленности к своей жене. Мы должны проводить с ними все возможное для нас время. 1 Коринфянам 7:10, 7:11 сказано: «Вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, мужу не оставлять жены своей». В целом это запрет на развод, и в частности имеется в виду, что мужчина должен стремиться к постоянному общению со своей второй половиной, то есть отмечать вместе с ней радостные события, печальные события жизни. Она сонаследница и спутница каждого мужчины. Человек, как мы уже видели, должен смотреть на свою жену так, как смотрит на самого себя, проявляя любовь по отношению к ней, как к самому себе. И это прежде всего обусловлено тем, что сказано в книге Бытия, 2 глава, 23 стих. «Сказал человек», то есть Адам, «вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой». И в послании к Ефесянам, 5 глава, апостол Павел пишет: «Человек прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, но никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». И в Библии есть удивительные примеры того, как мужья утешали своих жен. Так в первой книге Царей, 1 глава, 8 стих, мы находим такие слова: «Сказал Илкана жене: Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? В этот день я пользуюсь возможностью, поздравляю наших сестер во Христе, наших жен, наших сестер, наших матерей, наших бабушек и наших прабабушек. Поздравляю древним христианским приветствием, которые привнесли в этот мир именно женщины. Христос воскресе! И на этот призыв с радостью отвечаю поспешно и без всякого молчания: воистину воскресе! С днем жен мироносец!